друзья, добро пожаловать на новое видео. С вами сегодня, как всегда, Олег Кофе. Со мной сегодня Андрюшек и Дефай. Добро пожаловать в игрушку под названием Operation Tango. Yes, you, пацаны. Ну что ж, друзья, сегодня с Андреем мы примем на себя роль суперсекретных агентов. Я буду играть за агента, Андрей будет играть за хакера. Моя задача будет просто проходить какие-то сложные уровни. Андрюша должен будет мне быстренько все взламывать там на кнопочке, на клавиатуре нажимать. А что такое? Я предлагаю начать. Я не знаю, если честно, что будет, потому что я не играл в эту игру, как и ты, поэтому давай просто начнем и посмотрим, куда нас вообще закинет. Что-то не хочется. Да нормально. Да, доброе утро. Вильям Вандерберг, опасный голландский бизнесмен, известен тем, что скупает технологические прототипы и патенты. И пропадает их, на этот раз он пересек черту и украл карту генома смертельного вируса. Нельзя дать этому биологическому оружию попасть не в те руки. Ну, окей, вообще, сегодня Вандерберг в командировке в другой стране. Отлично. Ваша миссия извлечь во время его отсутствия геном вируса из хранилища в его пентхаусе в центре города. Все, удачи, погнали. Хорошо, ты готов? Андрюша, ты готов? Служу. Кому ты служишь, Андрей? В этой игре вы не должны видеть экрана напарника, в основной игре. Ага, вот так вот, да, мы будем все понимать, все за счет коммуникации, Андрей, чисто только из-за этого. Говорю? Да, я буду тебе говорить, ты мне будешь говорить. В общем, наша с тобой задача общаться. Итак, ваша первая задача — добраться до пентхауса и проникнуть в хранилище. А у тебя что происходит? Погоди, я как понимаю... Мне хакерские кубики. Ага, а я играю за агента, получается, да? Какую музыку вы предпочитаете? Ну, давайте классическую что-нибудь, наверное. Да? Справьте напарника, мне кажется, помогите ему открыть дверь. Да, ты меня слышишь? Я в лифте стою, ты можешь меня на лифт, пожалуйста, поднять, а? У меня моя задача — подняться на верхний этаж. А как я поднимусь, так, если в лифт кнопочки нет? Получить доступ к узлу, я получаю. Давай, работай. Так, камера наблюдения, компьютерные системы. Чего, блин? Давай, работай, Андрей, там, давай, слышишь? Хакер, ё-моё, а, недоделанный, а? Мамкин хакер, подожди. Чисто, слышишь? Я тебя вижу в лифте. О, куда помахать ручкой? Куда, где? Привет. Аварийная остановка, вызвать лифт. О, хорош, все, я поднимаюсь наверх, все, отлично, молодец. Все, понял теперь? О, это что такое? Это что, активир? Нажмите. Что происходит? Это ты делаешь, Андрей? Да. Это ты меня? Ты что, офигел? Ты что, с ума сошел? Емая. Прикольно. Опа. Ваша попытка проникновения не удалась, важно. Ты нафига охрану вызвал, дурак, Андрей, ты... Ой, какой ты тупой, просто. Ну почему мне дали именно такого напарника, ты скажи, а? Ты что, новенький, что ли? Тебя что? Да ё-моё. Так, я включаю тихую музычку себе. Все, да, понимаешь? Все, ты поехал. Все, мы должны, Андрей, делать все абсолютно скрытно. Олег, понимаешь, мы на задании. Не надо мне Хэллоуин устраивать, не надо, Андрей, все. Мы на задании, успокойся, мы на задании, ты понимаешь, да? Мы должны максимально все скрытно делать. Все, еду. Я тебя очень... Ну, кстати, он быстрее не поедет, Олег, ты сейчас только на полпути наверх. Реально? А что так? А что еще можешь поставить мы здесь? Только охрану не вызывай. Может, не знаю, устроить тут, не знаю, карнавал будет. Вот, Новый год, понятно. Давай лето сделаем, заебись. По лету скучаешь? Вот это другое дело. На чили, на росовой. Я долго подниматься вообще буду или нет, остается 9 секунд до подъема. 7, 6, так долго. Спасибо. Ну там высоко. Ну я понял, ну пентхаус поднимаю. Выпрыгивай. Куда выпрыгивать-то я должен? Дожди, здесь подтверждение доступа. Давай взламывай там, слышь. Здорово. Так, и чего тут у нас? И куда мне нужно? Так, подожди, я иду к следующую камеру. Ты должен, слышишь, ты, мне кажется, должен повырубать здесь полностью всю охрану какую-то, скорее всего, да? Так, подожди. Блин, круто, ты посмотри, какой вид вообще на пентхаусе, да? Я вижу, ну такая, бабища идешь. Блин, прикольно. А в какую камеру-то махали? Ты откуда меня видишь-то, а? Скажи, пожалуйста. А вернись сюда, назад. Вот там где-то, да? Иди прямо. Вот тут где-то, да? Ах, подглядывает со мной, а? Посмотри. Ладно, давай взламывай. Не, я камер не вижу тут. Давай взламывай быстрее что-то, наверное, да? Я могу бегать. Да. Вопрос хороший, только что взламывать здесь. А вот, слышишь, я внутрь пробрался. Да, я вижу. А что? Я просто боюсь какую-нибудь ловушку наступить, по-любому какая-то... Вот, нажмите Е, чтобы активировать. О, а подожди, я вижу. Ага. Так, ну допустим, нажмите Е, чтобы активировать. Так, я начинаю что-то взламывать. Введите пароль, слышишь? А мне пароль. Попросить помощь напарника. Подключить. Дешифровка пароля хранилища. Давай взламывай пароль там, Андрей. Блядь, я что, тебе хакер? Стой, не допускай ошибок, пожалуйста. Дешифровка пароля. Че, блядь. Вот так вот, хорошо. Все нормально. Я делаю, да? Все, первая цифра 45. Это я делаю, по-моему, нет? Это я делаю. О, тихо. Это я делаю. И, Андрей, дурак. Подожди, да не мешай мне, я дешифрую пароль. Я тоже делаю это, смотри. Тихо. Хорошо, отлично. Так, 59, ага. О, нифига. Да, тихо.
Здесь течением сносит? Ема! Тихо-тихо-тихо. А! Хорошо. И сейчас самое сложное, самое как сложное. Мы с тобой вместе управляем этим. О, да, о! Андрей, тихо-тихо-тихо. А, я понял, куда. Блин. Туда, прямо, да. Да, она прямо. И даю. Да не лезь, Олег. Да подожди. Да ты. Дай... Я-то... Не лезь. Дай хакеру. Давай, да, держи, держи, хакер. Давай, 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 держи, хакер, давай. Ты же у нас... Ну, да ну Андрюша, ну давай. На, ну... на, давай сам, на, на, давай. Давай, 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 давай. А мы бесконечно можем попыток делать, да? Да, блин, да. Почти. Ладно, смотри, показывай один раз. Да, ладно, ладно, второй раз показываю. Да, ладно, третий, смотри. Я... Да, блин. Охуенно, Олег. Тихо. Да, да что за фигня? Да, О, все, найс, 28, отлично. Все, пароль дешифрован. Отлично, теперь спуститесь в хранилище и найдите способ открыть сейф. Ема, тут сейф, слышишь? Так, ну я пробираюсь дальше тогда. Все, надо найти способ открыть сейф. Да, я вижу тебя. Я там вижу нету тебя, охраны, проверь, пожалуйста, по камерам. Нет, тут только акула наверху. А, как? Понял, принял. Так, может что-то подключиться к телефону, что-нибудь тут делать? Нет, тут ничего, как я понимаю. Так, ну окей, то есть что-то нужно сделать, скорее всего, вот здесь, да? Но здесь непонятно. Фига себе, здесь сейф просто, ты посмотри. Так, а тебе надо, наверное, что-то сделать, нет? Ты там ничего взломать не можешь, посмотри. По-моему, нет, сейчас я ничего не могу. С камеры я ничего ломать не могу, это точно. То есть как бы... Так... Обойдите систему безопасности хранилища. Сетевой узел разблокирован, хранилище на Б. Может быть, да, мне кажется, ты что-то должен сделать, что у меня ничего нет вообще. Нет, у меня ничего нет, у меня нет никаких заданий, я просто смотрю, как ты там ходишь и все. Что, я как-то пройти могу, что ли, туда или что? Я вроде походу везде что-то тыкаю, ничего нету. Я уверен, просто... что ты ничего сделать не можешь? Да, я везде наблюдаю, как бы мне ничего не высвечивается. Просто я смотрю рано, на камеру. Очень-очень... Может, тут что-то нажать надо? О, нашел! Нашел! Так, а второй где? А второй где? В противоположной стороне. Ага, все, сейчас. Вот раньше бы ты мог так сказать. Все! А ну, ема! Это что такое? Так, Андрей, мне что-то это не нравится на самом деле. Здесь что-то сейчас... Оу! Ой, блядь. Тихо, 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 спокойно. Так, ладно, смотри, мне нужно, как я понимаю, подойти. Что мне нужно? Нажмите Е, чтобы взломать. У меня мало времени получается на взлом, да? Так, цифра 3 здесь у нас идет, да? И погоди, и какой-то секундомер пошел, погоди. И что это такое? Я тоже. Сброс кода. Чего? О! А как я должен это сделать? Погоди, чего? Блядь. Ё-моё. Смотри, лазеры, они меняют свое направление, да? То есть, смотри, вот здесь вот я активирую, смотри. Ты что-то должен вести, мне кажется. Синий 50. Синий 50, веди синий 50. Что-то у тебя может? Вел, хорош. Так, все, отлично, синий 50 у нас есть, по идее, да? Сброс код, да что ж такое? Так, ладно, давай я вот здесь попробую сейчас включить, погоди. Синий 2. Так, давай дальше. Синий 2. Здесь у нас что? Синий 2, а это у нас синий 19-2-0. Короче, походу, подожди, 19-2-0 такого нет. Синий 198 есть? А, подожди. Блять, это надо прямо по меткам крутить, да пизда, тут Олег заебешься это делать. А что делать-то? Один я отключил. О, хорош, 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 хорош. Так, давай, смотри, следующий, смотри, смотри, говорю. Синий 1,8, запятая, 1,8, 1,8. Есть такое? Быстрее, там... соображай, быстрее, давай! Так, ладно, следующий, смотри. 23,00, есть такое? Блять, 2300, 2300, да, ну давай. Все, вел, получилось? Что-то нет. Походу... Да что ж ты тупой-то такой, а? Так, я вел 2300. Сейчас еще раз, смотри, давай еще раз. Синий, 64. Води. Бля, 60, раз, два, три, четыре. Хорош. Все, найс. Так, мне сейчас нужно подождать, бегу к следующему сразу пульту, сейчас смотрю. Так, смотри, синий, сейчас скажу. А, нет, синий 2000, желтый 3400. Быстрее. Синий 2000, желтый 3400. Поставил. Поставил? Нет. Да, нет, брос, я синий правильно поставил, зеленый нет. Так, ладно, если какой зеленый, желтый был. Еще раз, да. Давай, смотри, еще раз, смотри. Ну. А синий 4, желтый 6,2. 4. 6,2. Хорош! Да, все, последний осталось. Бля, давай последний. Синий 1000, желтый 2700, сиреневый 3600. Синий сколько? Синий косарь. Так, поставил. Желтый 2700. А ты прикажешь, синий... Вообще, блин, ну... Синий косарь. Как с тобой грабить вообще что-то? Скажи, пожалуйста. Ты знаешь, как это здесь сложно сделать? Я потом посмотрю, как ты это все делаешь. Синий. Да подожди, сейчас, погоди, у меня тут лазеры, понимаешь, Андрюш? Сейчас, погоди, секундочку. Пиздец какой-то. А, что ты хотел? Погоди, так, смотри, смотрим, все. Говорю синий, ты можешь синий. Синий 2000, 2000, синий. Вел. Желтый 3800. Вел. Сиреневый 3100.
Давай, давай, Лёв. Хорош! Блять, это пиздец. Так, но мне это еще не все. Я почему-то уверен, что это еще нифигашеньки не все. Так, нажмите Е, чтобы активировать. Подключиться к серверам для доступа к сейфу. Имя сети Vanderberg F12 безопасность. Сопряженное устройство 22. Код доступа к серверу 4879. Перезагрузка системы 14%. QoS неактивно. Подожди, тебе надо что-то делать дальше, слышишь? F12 безопасность. Так, доступ к серверу. Ага. Нету доступа к серверу. Хранилище ничего нету. Сеть Vanderberg. Чё тебя просят? Имя сети Vanderberg F12 безопасность. Вот. А, подожди. Стоп, подожди. Компьютерная система, обслуживание, хранилище. Так, нам надо, я так понимаю, что это в хранилище делать. Так, система безопасности. Сейчас дай по ним сейчас все проверю. Давай. Так, здесь мы все сделали, доступ к серверу. А там есть какой-то код доступа? Код доступа к серверу 4879. Води. 40. Сейчас, подожди. 4879. Ввел. Все, молодец. Что дальше? Получаю доступ. Охуительно все, Олег. Все супер, да? Все что? Да. О, карта доступа к... Это что делать? Я уебался. Андрей! Да, давай, нормально, еще нормально. Раз. Отлично, теперь спустись в хранилище, найди способ открыть сейф. Да, открывай. Погоди. А что, это ты делаешь, да? Да. А я что делаю? И как я это обойду? А, убрать плитку, добавить плитку. Сори, а для чего я плитку добавляю? Да чтобы я по ней мог пройти. Попробуй по синей пройти сейчас. Иду. О! Теперь туда мне надо. Все, давай. А-а-а! Тебе надо быстро проходить это, слышишь? Иди. Куда? А, вниз надо, точняк. Все. Тихо-тихо, не торопись. Так. Так, блядь. Отлично. Так, давай, блядь. Вот отсюда. Давай. Ай, стой. А, блин! Зачем она скавает? Я не знаю, ну, наверное, это работает как змейка. Все, давай еще раз. Все, проводи меня дальше по дороге. Давай. Погоди. Хорош. Вот, быстрее, газуй! Все, найс! Почти готово выяснить, в каком сейфе хранится геном вируса, и взломайте его. Так, ладно, а как это выяснить? Взломайте сейф, а как это посмотреть? Подожди, у меня тут больше... Это что-то у тебя, скорее всего, там. Андрей, ну я тебе не просто так на ролик позвал, видишь, основную задачу выполняешь ты. А, нет, я, походу, что-то буду делать. Загрузка сканера, содержимое сервера, прототип. Ага, не связано с миссией. Во, целим! Прикинь, нашел. Все, найс. Пошел взлом, все, хорош. Отлично, емай, а быстренько, слышите, ребят. Прям чую его, как понимаете, прям вот нюх у меня хорош. Так, а что? А, что вести ключ надо. Ага. И что это такое? Ага. Кто-то один из нас может должен, типа, там что-то менять? Крестики-нолики, блядь. Отключить. Вот, смотри. И что дальше? Все, я понял, что нужно. Все, стирай. Я тебе говорю, в каких квадратах что находится. Стирай полностью. Все, а, да. Давай, все. Да, смотри. Квадрат А3. А3 по диагонали слева направо. А3? А3 по диагонали слева направо. У меня здесь все диагонали. Они у меня на крест-накрест линии находятся. Ну, крест-накрест, одна диагональ, которая идет слева направо. Слева верхний угол, направо нижний. А, слева верхний, направо нижний, да, слева да, направо, да? Да. Все, поставил. Все. Так, теперь смотри, квадрат B2, нижнее подчеркивание. B2 квадрат, нижнее подчеркивание. Все, молодец, квадрат B3, диагональ, но только теперь слева, блядь. Снизу, направо вверх. Да я сейчас сам понял, что сказал, блядь, хуйню какую-то слева вниз, направо вверх. Квадрат B3, диагональ слева направо. Слева снизу, направо вверх. Лево снизу, направо. Вот так, да? Да. Так, а теперь квадрат B4, нижнее подчеркивание и правое подчеркивание. И все. И правое, все. Молодец. Стой, что-то лишнее. Нет, все правильно. Так а что мы не так? Подожди. Да? Все, взломали. Отлично. Да. Все, мы сделали, мы справились с этой миссией. Молодец, Андрюша, поздравляю. Мы это сделали. Хорош. Слушай, блин, фига себе круто на самом деле. Я вообще удивлен, что мы эту игрушку пропустили когда-то. Миссия комплект. Давай, короче, я тебе предлагаю. У нас, по идее, будет следующая миссия. Давай теперь поменяемся наоборот. Теперь ты будешь агентом, а я буду хакером. Я буду все взламывать, а ты, получается, будешь... Во, давай, все, я играю за хакера, а ты играешь за петушка. Ой, за агента. Все, давай, готов? Погнали. Блин, интересно, что будет, кстати, следующая миссия какая. Ну, слушайте, прикольно вообще, игрушка реально кайфовая. Пинг хороший, Олег, 16.
Андрюш, мы летим с тобой в Канаду, в Ванкувер. Как тебе а такое? А что не в Россию? А ну потому что в Канаду нужно лететь, понимаешь? У нас осталось следующее задание, все. Ну что ж, давайте, вводите нас в курс дела. Итак, доброе утро, агенты. Неизвестный киберубийца недавно погрузил в хаос мировую сеть. Мы считаем, что этот террорист пытается получить доступ к найденному в смарт-очках микрочипу, чтобы навсегда стирать виртуальные личности жертв, таким образом лишая их контроля за собственными жизнями. Учитывая, насколько это микрочипы защищены, это мог сделать кто-то из своих. Поэтому наш первый подозреваемый компания Nimbus Web Optics, производитель самого известного бренда смарт-очков в мире. Сегодня, когда там никого не будет, вы внедритесь в их здание и сеть. Ваша задача — получить доступ как к серверу майнфрейму и достать технические отчеты по микрочипу. Удачи! Слушай, нифига себе, тут, слушай, локации какие-то интересные, то пентхаусы какие-то. Ты такой слушал, да, круг качок, блин. Это куда я в какую-то сеть погружаюсь? Ема, это где я вообще? Хорошо, так, вы находитесь Nimbus в лобби, теперь выясните, как получить доступ к всему зданию. Вы в сети, для начала обеспечить вашему напарнику доступ ко всему зданию. Так, получить доступ, ага, взлом пошел, как я понимаю, да? Да. Ема, так, ты сейчас где находишься, скажи, пожалуйста, подвал, первый этаж, третий этаж? Лобби. Лобби, так, погоди, стоп, подвал, давай посмотрим, камера наблюдения, сейчас, погоди, сейчас я посмотрю. Так, ты находишься в лобби, правильно понимаю? Так, значит, в подвале я тебя не вижу. Так, тогда камбэкаемся обратно. Так, первый этаж, скорее всего, да-да-да. Так, доступ сотрудник, камера наблюдения, внутренний... Ема, тут столько всего, офигеть! Так, дай я посмотрю на то... Ага, вижу тебя, вижу тебя. Так, ошибка, взлом камеры. Так, обеспечивай вашему напарнику доступ ко всему зданию. Что у тебя тут имеется? Что у тебя тут имеется? Пользователь, ошибка, нет, то есть ID. Так, подожди, а тут никого нет. Тебе надо, скорее всего, что-то сделать, что-то найти. Ну-ка, подожди, дай я посмотрю, хорошо, что у нас еще есть. Хорошо, давай с виртуальным помощником. Подожди, смотрим. Так, ладно, давай, смотри, мне нужно обеспечить доступ, получается, да, ко всему зданию. Внутренней службы. Мне нужно, чтобы ты сделал мне ID. Вот, доступ сотрудников, да, доступ надо сделать тебе, скорее всего. Да. Так, что, Андрей, за кого ты ходишь, скажи, пожалуйста? Тут много всяких сотрудников, тебя как им сделать? Можешь женщину тебе? Мне любовь, чтобы мне тут виртуальный помощник мог идентифицировать мой ID. Так, ну ты по внешности какие-то есть вообще предпочтения? Там нет, тут просто много сотрудников, может быть, ты хочешь быть с очками, может быть, ты хочешь... Качки там есть, качки? Качки! Ну, слушай, вот этот похож на качка, на самом деле. Не, хотя не. Погоди, стоп. Nimbus плюс 3000 очков, дата трудоустройства, нифига себе, это 35-й год. Так, ну ладно, давай, короче, передача ID. Все, Андрей, теперь тебя зовут, знаешь, как тебя зовут теперь? Сейчас, как? У меня подтверждение передачи ID идет. Погоди секундочку. Джейфун Парк меня зовут. Во, правильно. Да, я принимаю этот профиль. Все, хорошо, помогите вашему напарнику найти помещение сервера Майнфрейма. Окей, хорошо. О. Так, теперь камера наблюдения, да? Подожди, внутренняя служба, это что такое? Погоди. Дисплей назначенной встречи, электронная доска объявления. Так, стоп, назначенная встреча. У тебя, смотри, Андрюш, у тебя в среду, так сказать, во вторник у тебя встреча с Дориан Айлумер юридического отдела. Вот, значит, Алехандро ГМС, отдел продажи он, значит, да, и Надя Федоров, Федоров, да, отдел кадров. Так, обработка базы данных, ID рабочего места. Так, ладно, это нам, скорее всего, еще не нужно. Мне нужно, значит, скорее всего, камера. Мне нужно тебе провести, получается, да, в помещение. Да, проводи меня быстрее. Так, камера наблюдения. Так, смотрим. Так, ты у нас находишься здесь. Так, а как мне к серверам-то тебя провести, скажи, пожалуйста. Так, сейчас, подожди, у меня есть рабочее место, если, может, еще должен сделать. Как бы мне тебя провести к камерам? Я начинаю легко кирить. Здесь что-то есть, здесь у нас ничего, да? Тебе, скорее всего, нужно подняться на другой этаж вообще. Я тут за компом сижу, там пока разбирайся, Олег. Вот, тут еще лифты есть, слышишь? Так, третий этаж, код доступа, да, сетевой узел, чтобы... Ага. Так, а на второй этаж никак, да? А попробуй тебе, может, в подвал нужно спуститься, слышишь? По идее, в помещении сервера, ну, оно, наверное, в подвале должно находиться, да? Камеры наблюдения, смотрим. Я посидел за своим рабочим местом, которое мне предначертано было, но там какая-то хуйня была. Да, слышишь, скорее всего, тебе... Не, ну в подвале нифига нету, на самом деле. В подвале прям там только коробки какие-то стоят пустые и все. Вы можете получить доступ к технологическому центру только при помощи функции назначить. Мне нужно где-то назначиться, Олег. Назначиться тебе надо, да? Внутренние службы, камеры наблюдения, доступ сотрудников. Так, подожди, может быть, я через компьютер могу свой назначиться? Так, подожди, ID у тебя есть, да? Правильно? Да, да, конечно, даже мне дал доступ. Внутренние службы назначены электронные доски объявлений. Короче, Андрей, смотри, я тебе ставлю сейчас встречу с технологическим центром, время 5:30. Все, подтверждаю. Все, по идее, это должно сработать.
5:30, смотри, у тебя должна быть встреча в технологическом центре. Охуенно, только, блядь, Аж два, а подождать надо, да, ты чё хотел? Хуясь, чё, будем реально ждать 18 минут? Ну, наверное, да, да, да. Бред. А как, а время вообще как здесь идёт, быстро или нет? Я не знаю, у меня не очень, как было 5:12, так и осталось. А перенести время можно? Так, ну я вроде назначил тебе встречу. Надо было на 5:13 назначить, я бы успел. А, ну подожди, или может быть до этого времени? Подожди, ну-ка, стой. Может быть до 5:30? Хорошо, а где технологический центр? А, вот. А, я вошел, Олег, да. О, хорошо, справляюсь. Продолжайте искать помещение и сервера. Так, подожди, камеру наблюдения, я еще посмотрю, куда там вошел, в какую комнату там где-то. Ага, вижу. Так, а вот это, смотри, перед тобой случаем не лифт стоит, скажи, пожалуйста? Да, лифт передо мной стоит. Так, окей, так, смотри, зайди в лифт. Блин, капец, это сложно вообще. Так, лифты, значит, смотри, мне нужно, чтобы ты зашел где-нибудь на лифте серийный номер. Скажи мне, мне нужен серийный номер именно лифта этого, чтобы я понимал. Ты что, ёбнутый, блядь? Мне нужно понимать, с каким лифтом я должен сейчас работать. Найди где-нибудь серийный номер. Серийный номер нужен, и все. Серийный номер GDU. Ага. ASUD. Ага, цифры, называй цифры. 7738442. 7738 422 или 442? 442. Ага, все, вижу доступ. Так, заходи, ты в лифте, да? Ты в лифте, да? Конечно. Правильно? Так, давай я тебя сейчас, наверное, на подвал он не спускается. Ну давай, ладно, тебя отправим на второй этаж, поднимайся. Так, все, ты на втором этаже, правильно я понимаю, да? Да. Так, подожди, я сейчас посмотрю, я имею доступ вообще ко второму этажу или нет? По-моему, нет. Да, и второй этаж у меня под запретом. А что у тебя на втором этаже, скажи, пожалуйста? Закрытые двери одни. Ты не можешь выйти из лифта, двери закрыты, да? Нет, из лифта я вышел, у меня кругом закрытые двери на втором этаже. И не открывается, да? Ни одна дверь. Так, заходи тогда обратно в лифт, я сейчас тебя закидываю на третий этаж. Спасибо, великодушный господин. Ты на третьем этаже, все? Так точно. Все, отлично. Так, теперь смотри, третий этаж. Блин, мне нужно, чтобы ты дал мне какой-то код, чтобы я его ввел. Мне нужно получить доступ к третьему этажу. Сейчас, подожди, найдем. Не ори, блядь, как девочка. Я не ору на тебя, я же нормально разговариваю. Мы вообще никуда не торопимся, мы начали на расслабоне, вообще. В каком-то офисе бегает какой-то рандомный чел, вообще всем по барабану, понимаешь? Вообще всем пофигу. Так, сейчас ищу код. Давай. Коды, блядь. Он, по идее, четырехзначный, потому что у меня 4 икса тут. Я понял, блядь, я помогаю, нахуй. Давай, работай быстрее. Код доступа 7035. Так, 7035. Вожу. Ему, блин, да круто быть хакером на самом деле, ребят, я вам отвечаю. Все, отлично. Так, сеть мейнфрейма, научно-исследовательский отдел. Давай сеть мейнфрейма. Ага, мне нужно IP-адрес получить теперь от тебя. Так, давай тогда я научно-исследовательские охранные дроны. Так, сейчас, погоди. Так, о, открыли. Я вижу камеры. Я вижу дронов летающих. Да, ты видишь дронов, они, смотри, они перемещают. Там два дрона, они перемещаются. Получается, смотри. Блин, как бы тебе... Смотри, я могу открыть дверь. Ты сейчас находишься в приемной, правильно понимаю? Сейчас, да, в приемной. Я открыл дверь. Теперь, да, смотри. Видел. Справа дверь закрыта. Справа от тебя закрыта дверь. Блядь. Беги назад. Сейчас дрон возвращается. Зашел. Так. Ты сейчас в приемной, правильно понимаю? Да. Так, ладно, я буду соображать примерно так же, как и я. Все, беги прямо и направо. Как зайдешь в другую комнату, сразу направо. Да, дверь неисправна здесь, Олег. Смотри, неисправна. Написано неисправно дверь. Возвращайся обратно в приемную. Открывай. Открыл. Так, смотри, стой. Ты как только забежал в приемную, дверь, которая была неисправна, смотри, находилась справа от тебя, правильно? О, куда ты меня посылаешь, называется научно-исследовательские лаборатории. Я забежал внутрь, туда. Да, потом ты куда побежал, направо или да, прямо? Да, направо. Если я побегу прямо, там дверь рабочая, направо сломанная дверь. Я же тебе сразу сказал бежать прямо и потом направо. Ты сказал, ну всё, и так я думал. Открывай дверь. Охуенно, меня засекли, бля, молодец. Блин! Так, ладно, давай еще раз. Значит, смотри, как только я открываю дверь в приемную, запоминай маршрут. Да. Ты вот заходишь в комнату, бежишь прямо, и потом резко направо в другую комнату, и потом тебе снова дверь направо забежать и подождать, пока дрон улетит. Хорошо, давай. Все, готов? Давай. Да. Раз. Пизди. Подожди, жди, летит дрон. Сейчас, надо, чтобы он это... Погоди. Так, сейчас он залетает в эту комнату, я открываю сразу дверь. Все, беги. Стоп, не заходи в следующую комнату. Теперь хорошо. Можешь заходить, заходи, направо беги. Бегу. И потом снова еще так... Ай! Ну быстрее надо все делать, быстрее, Андрей! Я бежал на шифте бежал. Еще быстрее надо все делать. Давай. Стоп, не заходи в следующую комнату. Вот теперь можешь заходить и беги прям сразу направо. Там майнфрейм. Да. Все, ты там?
Да. Все, там дронов больше нет, я там уже все, у меня слепая зона, там уже сам работаешь ты. Да, я работаю. Нимбус, запускаю. Вот, смотри, скорее всего, ты мне сейчас должен будешь дать какой-нибудь айпишник. Есть какой-нибудь айпишник? Включай виртуальную отмычку тебе, я так, еблан. Все, принять, да, загрузка отмычки пошла. Так, сейчас будем смотреть. Так, скорее всего, что-то с этим. А что мне нужно с замочком делать? А, во. Вот, все, вижу. Так, а во, я тяну вниз. А, ты тянешь? Тяни следующий. Еще раз давай. Все, я понял. Да, здесь надо работать сообща. Тяни. Все, все, отлично, отлично. Так, один замочек мы сделали, прекрасно. Так, Олег, погнали второй, наводись на второй. Все, я понял. Так, теперь я вожу, а ты это веди. Быстрее. Ой, извини, поторопился, это я поторопился, извини. Аккуратненько держи. Все, проходи, пожалуйста. Все, зеленый цвет, молодец. Так, все, давай, последний замочек сейчас активируем, давай. Наводить мышкой. Виртуальная отмычка. Так, получается здесь как? Здесь нужно вот так вот и вот так вот. Все, отлично. Все, теперь дальше смотри. Теперь вот эти, ну, две вот эти отмычки, Андрей, вот эти шпильки. Шпильки оранжевые, которые остались. Наводи вниз их, тяни их вниз. А, понял, давай. Да нет, ты тянешь там вниз. Давай. Все, тяни. Вторую тяни. Все, найс. Все, let's go! Ай, молодцы, красавчики какие, а? Так, виртуальная отмычка есть. Серверная. Ага, отлично, молодец. Так, время погружаться. Проникните в майнфрейм, чтобы найти отчеты. Мне нужен айпишник. Айпишник, Андрей. Цифры нужны. Орать, блядь. Давай, айпишник, быстрее, пожалуйста. 197. 203. 203. 181, 210. 181, 210. Все, подключаюсь. Блин, как круто реально вводить все эти цифры, блин, мух. Так, я в мейнфрейме, получается, да? Да, что тут у нас? Что тут у нас? Я прям, я реально чувствую себя прям хакером, взломщиком, капец каким, реально, а? Опа. Цель межсетевой экран узелов. Так, что это я делаю? Ой, ё-моё, это что такое вообще, а? Брандмауэр. Так, Брандмауэра. Ага, так. Так, слева солнышко, справа получается типа мина. Так. А, ну да. А, тебе что-то нужно вести. Смотри, да. Фигура разделена на две части. Слева типа солнышко, справа типа такая мина. Да. А, подожди, мина, которая, смотри, к ней вот эти треугольнички, вот эти зубчики, они прям на ней стоят. То есть они между ними нету интервала. Все, я понял, смотри. Сейчас полностью себе описываю фигуру, которая находится слева. Смотри, это типа солнышко, но внутри него там идет типа дуга такая, короче. Понял? Отключаю нахуй все. Одна из трех безуспешной попытки, подожди. Понятно. Давай я тебе сфоткаю. На словах. Смотри, как бы тебе это объяснить? Что у тебя? Скажи, что у тебя там вообще такое? У меня какие-то здесь серверные, у них солнышко, здесь какие-то солнышки. Все, фигуры, правильно? Тебе нужно. Смотри, все, отлично. Значит, смотри, фигуры, которые ты должен найти, у тебя там просто они также разделенные на две части. Они разделены у тебя также на две части, правильно? Да. Все, смотри, первая фигура слева. Это солнышко. То есть идут лучики, такие три лучика, да. Они не соприкасаются никак с дугой. Потом идет одна дуга, потом идет невидимая дуга, да, то есть прозрачная. Потом идет жирная дуга, и потом, типа еще, ну, этот, полукруг, короче. Так. Нашел, да? Блядь, знаешь, какие таких дохуя? У меня, короче, серверные тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. У меня 16 этих фигурок. Если те из них какую найдут, я не понимаю. Ну вот, которую я тебе описал. А то почему ты решил, что она слева у меня должна быть? Она не слева, я говорю, у меня просто фигура разделена на две части. Слева такая, справа такая. Хорошо, давай, я смотрю сейчас на фигуру. Она у меня, короче, она целое солнышко, полностью солнышко. Поперечная внутри нее и, короче, внутри жирная дуга. Есть у тебя такая там? Еще раз давай. Нет. Блять, на словах это нереально объяснять. Ты должен. Нет, это реально. Ладно, окей, давай начнем с простого. Нужно найти цельное солнышко, прям такой цельный круг, полукруг. И у него на нем три зубчика. И они все цельные. Так, нашел. Типа мина такая, нажал? Подожди, нет, мина, типа. Я. Блять, это пиздец какой-то. Я нашел улыбающееся солнышко. Какое, что значит улыбающееся солнышко? Давай еще раз, смотри. Блин, найди просто фигуру, да? То есть у тебя тоже там полуфигура, правильно? Они не цельные идут. Цельные. А, у тебя цельные. Подожди.
А, у тебя они цельные, но слева одна, другая, правильно? Да, да, да. Все, да, да. Отлично. Тебе надо найти одну фигуру, одну только фигуру. Справа которой находится целый круг с тремя супчиками, которые никак не отсоединяются. То есть вот эти супчики, они прям стоят на этом кругу. Они жирные или нет? В плане жирные. Они толстые, тонкие, есть толстые, есть другие. Да, толстые. Они примыкают к кругу? Да, или они нет? Примыкают, они прямо на нем стоят. Короче, она, у нее у нее лучики трапециевидные, да? Что? Трапеция, блядь, фигуру в геометрии, знаешь? Они просто, там зубчики треугольные, Андрей, треугольные. А, треугольные зубчики, да? Они стоят в интервале от круга или прямо стоят на нем? Прямо на нем, прям четко на нем стоят. И так, круг, он не прозрачный, он цельный. То есть он прям вот один, однотонный идет. Один такой есть, только от него треугольнички отходят. И чьи? Блядь, да нет, таких здесь, Олег, не бывает, блядь. Короче, я тебе скажу. А, нет, все, я нашел. Круг цельный, да? Круг цельный, да. Да, я нашел. Все, отлично. А слева, смотри, слева идет три палочки такие, которые не соприкасаются с кругом. Так. Как лучики солнца. Да. Потом идет дуга. Цельная. Потом идет прозрачная дуга. Потом идет жирная дуга. И потом вот прозрачная дуга. Как дырка в центре. Отключаю. Пожалуйста. Пожалуйста, я тебя прошу. Я тебя еще о многом прошу, что ли, а? Я беру полную ответственность за... Пожалуйста. Ура! Мы 5 минут пытались объяснить, как выглядит фигура, Андрей. Эта игра явно не для нас. Явно не для нас. Ой, кошмар какой вообще. А, так, я погружаюсь дальше в систему, погоди. Я гружусь дальше в систему. Блядь, я еще одну какую-то хуйню не видел. Так, что это? Взломать? Что мне нужно сделать тут? Что я должен сделать? Так, клики для входа. Так, ну допустим, захожу сюда. А куда мне про... Чего? Так, ну допустим, сюда, давай. Назад. И чё, и куда? Чё здесь это такое? Погоди, у меня здесь вообще какие-то лабиринты. О, что это? Ой. Напарник стёр вас как вир. Ты дурак, Андрей! Ты нафиг меня стёр вообще, а? Ой, нет, пожалуйста, только не заново. Время погружаться? Не-не-не, нормально. Так, мне нужно... Не стирай меня как вирус, Андрей, понимаешь? Давай. Мы загружаем вирус сейчас, прямо сейчас в систему. Я проникаю. Так, погнали, короче, сюда. Я не знаю, куда я иду. Так, давайте вот сюда, наверное, пойдем. Я как понимаю, я ищу просто лазейки в системе. Так, идем сюда. Опа. А, ну вот, все, правильно, иди, короче, сейчас. Направо сейчас иди, прямо, еще дальше, прямо. А ты должен меня наводить, что ли? Пока нет, подожди, нет. Да, смотри, короче, иди сейчас прямо. В синюю, да, вот эту? Да. Ага. Нет, назад, другую синюю. Я просто не вижу, в какую сторону ты смотришь. Нет, назад, блядь. Да как я пойму, куда? Откуда ты сейчас пришел, вернись. Все, куда мне сейчас? Дальше, да, в то же направление. Все, отлично. Нет, назад, блядь, дурак, что ли? Да ну, в смысле, они меняются, как будто каждый раз. Я реально не понимаю, отвечаю. Ты сейчас на какую кнопку нажал? Ни на какую, я мышкой нажимаю, куда идти. У меня есть вот, либо мышкой, налево, либо вот, направо. Мышкой так же сейчас сделал, как ты сейчас сделал. Вот так вот? Да, я не знаю, но иди. Ты обратно вернулся. Так, окей, смотри, мне сейчас налево или направо? Я смотрю на белую стенку. Мне налево или направо? Попробуй сейчас здесь скажу. Нет, неправильно. Еще раз пробуй. Вернись обратно и пробуй еще раз. Пробуй. Вот, правильно ты сейчас пошел. Так, а дальше куда? Сейчас пробуй налево. Отлево от чего? Я не знаю, Олег, ты мне только так же слышишь на квадрате, я не понимаю. Или подожди. Короче, за тобой сейчас, за твоей спиной синяя стена, да? Во, все, вот от этого и отталкиваемся. Все, она за моей спиной. Мне налево или прямо? Так, если подожди, если за тобой, тебе налево. Все, отлично. Так и надо, Андрей. Так, дальше куда? Вот смотри, стена. Опять синяя за моей спиной. Синяя за моей спиной. Тебе прямо. Прямо, давай, иду. Так, синяя за моей спиной. В синюю стену иди. В синюю идти, да? Да. Так, синяя за моей спиной. Дальше куда? Лево. Тебе идти прямо. Прямо иду. Так. Так, синяя сейчас от тебя. Тебе сейчас опять. Подожди, синяя за твоей спиной, да? Да. Тебе идти налево сейчас получается. Налево, так. Все, уверен, что я все правильно делаю. О! Let's go! Пизда, бля. Ой, ну что ты сразу-то не сказал, что ты должен управлять мною-то, а? Ой, Андрюша, мы походу сейчас. О! Что это такое? Сейчас что-то будем делать 100%. Отвечаю. Блять. Подожди, анализ угроз. Пошел анализ угроз.
и страж. Активация угрозы 18 секунд активация. Что ты должен сделать, Андрей? Быстрее! Я сбрасываю. Быстрее соображай, быстрее! 10 секунд! 9! Работает. 8! 7! Я сделал работу! 6! Алло. 5! Ой, хорош, молодец. 5 секунд оставалось, там даже 4 секунды оставалось, Андрей. Что? Ой, мы чуть не попали. Так, что-то сейчас еще походу будет. Слышишь, смотри. Погоди, это еще не конец. Это еще я, но не конец. Фигурку мне говори, у меня фигурки есть. У меня нету фигурок. Анализ угроз. Анализ угроз. А, фигурка, треугольник. И внутри него перевернутый треугольник. 4, 3, 2, 1. Да нажми куда-нибудь. Там не было такого, Олег, не было. Там все, это было. А, круг, внутри круга треугольник, и внутри треугольника перевернутый треугольник. Быстрее, 2, 1. Да чтоб тебя, Андрей, чтоб ты понимал, там оставалось 0-0-0. Ты максимально хуёво описал, блядь. Я, ну как мог, Андрей. Ема. Так, все, я в мейнфрейме. Что мне делать, да? Ты чтоб понимал, там оставалось, знаешь, сколько времени до конца активации? 00-00-03. Ты понимаешь, как просто по таймингу? Пиздец вообще. Так, кликните для взаимодействия. Так, что вообще происходит? Где я вообще нахожусь? Программа копирования файлов. Microchip.zip. Сканирование начинаем. Запускаем, все пошло. Блин, круто было бы, если бы я вводил какую-то информацию, типа вбивал, мне прям на скорость надо было. Прям вот это было бы здорово, на самом деле. Так, я отчет, короче, активирую. Программа извлечения, запрос на извлечение. Так, передача данных отчетов от микрочип подтверждена. Все, готово. Все, сейчас надо, походу, микрочип извлечь, как я понимаю, да? Или как? Или да, я извлекаю. Цифра 1, 1, 0, вижу. Что-то нужно тебе говорить или нет? Да, я извлекаю, просто не надо, все. Я понял. Фига себе. Так, все. О, нет, нас обнаружили. Спасите своего напарника. А как тебя спать? Да нафиг он мне нужен? Через подвал, давай, через подвал, Олег. Нафиг он мне нужен? Так, научно-исследовательский отдел. Охрана дрона. Ты в лифте, да? Я поехал вниз. Как ты поехал? В смысле, я же должен активировать тебя. Нет, я поехал сам, без тебя. А ты какой, лифт какой у тебя там? Грузовой. Так, ладно, если ты в подвале, получается, да? Да, да. Так, вижу тебя, вижу тебя, вижу тебя. Ты так медленно спускаешься, да, слушай, да, охуенно. Вообще не тороплюсь. Так, ну смотри, я вижу тебя на камере, ну иди прямо. Иди прямо. А что именно тебе нужно сделать? Охранная система. Замки вижу, Олег, на дверях. Так, смотрю. Так, оп. Ручной взлом! Стоп! Я взломал турель! Где замки? Где замки, которые взломать? Где прострелить надо их? Покажи мне их. На двери, как тебе покажу? Вот они, я смотрю на них. Стрелять в спейс. Я могу вот так вот сделать? Да подожди, я что-то скачиваю. Я загрузил, вот смотри. Ага, чё? Я какую-то схему сделал. Аль, ты ее не видишь? Не-не-не-не-не. А мне для чего стрелять-то надо с пушки? Типа враги сейчас пойдут или чё? Да, блядь, 100 человек нахуй. Мне скорее всего с дверью нужно что-то сделать. А, попробуй, смотри, может по замкам пальнуть? Где замки? Видишь? Я не вижу, где-то. Нацеливайся на дверь. Так. Дверь, правый верхний угол. Нихуя. Не произошло ничего. Подожди, а что же... Что же делать? Подожди. Электрическое реле. А, может тебе в реле надо попасть? Стой, смотри. Где? В какой что попасть надо? Правильно, сейчас смотри, что останови пушку. Вот, опускаю ниже. Вот здесь, смотри, ниже, нет. Ты видишь, где я стою? Да. Стреляй сюда. Вот здесь, короче, нет, еще ниже. Попал! Все, найс! Так, дальше что, еще, скорее всего, должен найти такое. Второй реле, смотри, слева, короче, дверь видишь, да? Какую, сверху? Ну, там, где я стою. Да, вижу. Поднимай пушку в левый верхний угол ее. Правее, правее. Правее, ниже. Почти, чуть левее. Левее. А, подожди, еще выше, я тупанул. Выше. Левее. Да ну ты же прикал, ты уверен, что мы все правильно да, делаем? Да, еще левее, идиот, прямо вообще левее, тебе сильно говорю, левее, выше. О, попал. Все, найс. Все, проходи. Идиот, блядь. Ну что ж, все, мы выполнили эту миссию. И мама на субмарине еще. Кулачки. Андрюш, давай так же кулачками в камеру сделаем, давай. Ну ты дал кулачок мне? Да.
Да, молодец. Ну что ж, друзья, вот такая вот интересная игрушка. Я не знаю, мы же вроде выполнили, да, задание или нет? Mission completed! Друзья, если вы хотите больше серии по этой игре, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на все наши каналы. Тут реально нужно просто думать, прям очень жестко думать, почему мы просто не привыкли, понимаете, да? Обычно мы играем не в такие умные игры. Вот, но в любом случае, все зависит, ребят, лишь только от вас. Все, ребят, на этом сегодня все. С вами были, как всегда, Олег Кофе, а также Кэнди Пап. Все ссылочки в описании. Всем до скорой встречи и всем пока-пока! Всем пока!